по утрам доедает бычки папирос. Как обычно, проснувшись, одетый. И глядит потолок, изучая еврейский вопрос. В ожидании вечного лета. Он заходит ко мне с прошлогодним кроссвордом в руках. Улыбается мне и стремительно бьет меня в бок. Совершенно не ясно, что он сделает завтра. Залогия, это залогия, ай, залогия. Вы понимаете? Я готов предугадывать мысли людей и собак. Но мышление устриц — это какой-то мрак. Совершенно не ясно, что придумают завтра. Зоология — это зоология. Можете выстроить мне дворец, можете завтра спалить мой дом, можете бредить моей головой, можете торжественно спать со мной, но вам не удастся только одно, это скрестить меня с тобой. Понимаете, я...